Тихо. Товарищ подполковник, старший прапорщик запаса для вручения памятной медали столетию рабочей крестьянской Красной Армии. У человека есть 50 лет вооруженным силам, а теперь 100 лет. У кого такая еще? У меня есть 70. 70. И чтобы было еще... Тихо! 50 лет мне вручали тоже 23 февраля в Карловых Варах, Чехословакии, когда было событие, а в этом участвовали. И командующий был Якубовский, маршал. Но он не вручал, а вручал нам полковник Журавлев. Ну а что, призвался в августе 65 года, демобилизовался тоже в августе, только 25 августа 68 года. Служил в южной группе войск Польши, служил в автомобильных войсках, в автошколе, готовил младших специалистов автотракторной службы, был курсантом, командиром отделения, потом был на должности капитана, начальник парма, полтора года. Это предвижая, это ремонт был, мастерская. 44 единицы машин было. Вот мы в Карловых Варах разворачивали полевой ремонт. Служба была очень... Палыч, внимание. Служба была очень интересная. Я очень рад, благодарю свою судьбу, что именно я попал вот именно в Явор, в Польшу, в автошколу. Я стал классным специалистом, автомобилистом и перворазрядным спортсменом. Я занимал первое место по многоборью по северной группе войск Германии и Польши. И вот такая служба была. Простая, ну, сложная, но приятная. Приятная, чтобы вспомнить. Фото с военкомом. Сомкните плечи. С военкомом ближе. Михайлович. Посмотрите на Жукова. Все, спасибо. Михалыч, ну вы этот тост тоже выпиваете стоя? Ну да. Давай, так, налить. Налито, Михалыч. Там киста меньше. Выпивай. Друзья мои, это вторые, третьи тосты будем цеплять. Сейчас пока первый.